Всем привет! Мы продолжаем играть в игру под названием Fallout New Vegas. В прошлом видео мы посетили место, где был разграблен караван нашей попутчицы Кэс. Также мы пытались Кэс привести по заданию вот по этому. Сейчас покажу вам. Два сапога пара, приведите девчонку Кэссиди к Жанну Батисту, и он ее там убил, всячески мы не смогли ее защитить. Ну и плюс Кэс сказала, что давайте-ка мы порасследуем нападение на караваны, и в частности предложила посетить там, где был разграблен другой караван, это караван Гриффина, и туда мы сейчас с вами и направляемся. Пойдемте тогда на тайную квартиру последователей. Здесь как раз должно быть удобно добираться до места гибели второго каравана. Сейчас мы туда придем, посмотрим, что там, как там и прочее. Ну и вообще, надо, я так думаю, что посетить последователей и посмотреть, как там вообще наш робот. Может быть, они его уже исследовали и смогут отдать нам. Вот, вижу караван. Давайте подойдем туда, посмотрим, как, что, почему и для чего. Также я вижу такие же кучка золы. О чем Кэс и говорит. Соберем остатки. What's that? Looks like a map. Got the route along the west of Vegas, and they've marked another spot. Over here, along this stretch. That's fucked up. Middle of nowhere. Хочешь проверить? Yeah. Something's wrong. I can feel it. It's not any closer than the first. So if you'd rather let be, let me know. Мы найдем время. All right then, let's move out. Так. Ну, давайте тоже возьмем. Так, книжки. Черт. Так, теперь давайте посмотрим, куда же нас направила Кэс-плат по счетам. Показать локацию. Так. Караван Данна. Давайте в клинику пойдем. Еще было бы неплохо, наверное, поспать, подлечиться. Попробуем сейчас какой-нибудь ближайший дом зайти. Может быть, там какая-нибудь постель есть. Поспим часик хотя бы и продолжим путь. Ну, это если, конечно, нам повезет. Потому что двери, вот я вижу, что здесь все забиты. Вот там вот есть одна дверь, не забитая. Давайте туда зайдем, попробуем. Someone finally put down that sick motor runner son of a bitch. Good riddance. What are you doing here? Get out before I blow. Я не причиню тебе вреда. Whatever you say, stranger. Go snoop.
Я хочу задать тебе пару вопросов. Are you deaf? До свидания. Get lost. Вот так вот. Поспали называется. Ну ладно, вот еще один дом. Давайте сюда попробуем зайти. Дом Айзека? Опа. Прикольно. Далеко он, кстати, живет. Ну ладно, давайте пойдем. У стрелки, куда указывает стрелка, мы уже почти пришли. Здесь мост какой-то. Ага, вот Брамин лежит, давайте его посмотрим. Опять же, куча золы. Еще зола. Another caravan burned, except someone made camp here, and I never heard about this attack. Let's look around. Something stinks. Так. Гильза, граната, патрон. Выйти. Ух ты, головорез. Батарея. Батарея. Винтовка, стимулятор. That does it. That's all I need to know. Crimson Caravan and the Van Graaffs. They were behind burning these caravans, and they've got to answer for them. I'm gonna get some extra ammo, a few bottles of whiskey, and then show them how Cassidy's settle accounts. Есть и другой путь раздобыть доказательства, и путь ими займется НКР. НКР? That'd take years. And with the war with the Legion, no way they're gonna waste time running up the Crimson Caravan or the Van Graaff. Если я добуду доказательства, ты рассмотришь эту возможность? All right. If you poke around the Van Graaffs and Alice, fine. But if I see either one go into their camp, I'm gonna start shooting, no matter what you find. All right. Прикольно. Крышка, батарея, батарея, винтовка. Давайте на всякий случай сохранимся. А, мы не можем сохраниться, да? Зашибись. А так можем. Так, и теперь пойдем вначале к красному каравану. Так, поговорим, жди здесь. Так, ну и где что нам искать-то? Карта местности. Сюда, сюда, сюда. В офис надо зайти. McLafferty's a hard boss. But she knows what she's doing, that's for sure.
Welcome back. It's been a pleasure. Так, снабжение военных. Пошлины на изделия оружейников. Это мы все читали. Давайте попробуем вот с этим деятелем пообщаться. Need anything? До свидания. Ничего не найдем. Опа, полицейские будни. Так, давайте сохранимся. Попробуем взломать. Правда, я не уверен, что это стоит делать на глазах. Посмотрим. О, как с первого раза. Отлично. Служебная записка. Так, напоминаю, что ваша встреча с дебиторами перенесена на вторник, освободила время в вашем рабочем графике и передвинула ваш ланч на 1:45 раньше. Мне совершенно необходимо переговорить с вами лично, не могли бы вы сегодня днем уделить мне час своего времени? Обещаю, что вы не пожалеете, Энджи. Так, эта ночь была великолепна, Дон. Разве ты не рад, что решил остаться? Мечтаю сделать это снова. Целую, внимание, Энджи. Я прикупил сегодня восхитительное двойное белье, думаю, тебе понравится. Офигенные служебные записки у них. Офигеть. Так, я понял. Так делать не надо было, возвращаемся. Давайте запремся в туалете и подождем ночи. Сейчас у нас 2:43. Давайте часиков 10 подождем. Не знаю уж, насколько сработает наш план, но мало ли вдруг сработает. Сохранимся. Так, в компьютере там ничего нет. Здесь мы ничего не вскроем. Крышка. Так. Винт, выйти. Здесь пусто, пусто, пусто. Опять стакан. Так, давайте заберем его, чтобы он нам голову не морочил. Книга, книга.
Давайте еще раз попробуем взломать. $20, крышка. Выходим. Так, ну здесь мы все видели. Так, давайте здесь. Так, нет. Жаль, в тот раз у нас так прям с первого раза получилось отлично взломать. Так, и в этот раз тоже не получилось. Ничего, сейчас получится. Да что ж такое-то? Так, где Сионс? Что-то похоже на это есть у нас? Так, ну давайте записки прочитаем. Выйти. Здесь пусто. Ну, я не знаю, чего дальше-то делать. Надо взламывать вот эту штуку. А у нас такого навыка взлома нету. Давайте посмотрим. Навыки взлом 17. Мы его никак так не улучшим. That fiend leader shouldn't have messed with our great army. Пусто, пусто. О. Крышка. Взять. Короче, надо взлом увеличивать. Без взлома мы эту миссию не сможем пройти.
Давайте излишки сейчас продадим. Так, что у нас здесь есть ненужное нам? Два пистолета-пулемета, патроны, доллары, НКР, опять патроны, пистолет-пулемет, антирадин, бинокль, блок сигарет нам не нужен, винтовка, водка, виски. Докторский саквояж, Динерия Легиона, Богомол, белка, жестяная банка вообще зачем-то нам. Батарейки всякие разные, источники, чипсы нафиг, кровь оставим. Металлолом, батарея, нож, бритва, граната. Куча патронов, пачка сигарет не нужна. Плазменная винтовка не нужна. Психа. Так, тоже продадим. Пылесос. Пипец. Ремонтный набор, рикошет. Тоже. Секач, модуль, винтовка, спок. Старый пистолет 10-миллиметровый, стелс-бой, стимулятор, суперстимулятор, таймер, камень, фрукт не нужен, шашлык из иглана не нужен. Все, принять. Выйти. До свидания. See ya. Да, очень печально, что мы не смогли сейчас расследовать это дело, потому что... Так... Агрессивнее, использую стимулятор, следуй за мной. Это что такое? Выйти. Дистанцию. Давай, следуй за мной. Поговорить. Нам пора расстаться. If you're sure. Да, это точно. Fine, then. Окей. Позже мы с ней походим. Поразбираемся. Потому что, я так понимаю, задания никуда не делись. Да. Так, ну а нам нужна карта мира, и мы переходим, соответственно, на 188-й торговый пост. What's up? Думаю, нам стоит путешествовать вместе. Let's go make trouble. Окей. Так, у меня есть к тебе вопросы. Слыхала про парня по имени Бенни? Sure. He's one of the hotel managers on the strip. Him and the other chairman run the tops. It's one of the nicer hotels. Elder McNamara wouldn't shell out for a passport for me, so I've actually never been to the strip. Why do people get... Так, хорошо. У меня есть еще к тебе вопросы. Well, when two people really love each other... Знаешь что-нибудь о Нью-Вегасе? Yep, it's your typical city layout. Rich people in a gated house gave the area around the strip to the local. I'd love to see the Brotherhood do it, but since the Codex doesn't say... Так, у меня к тебе еще есть вопросы. Ooh, do I get... Что ты думаешь об НКР? I'm worried they'll be the death of the Brotherhood. They take what they want. We defend our interests to the death. But there's a handful of us, and tens or hundreds of thousands of them. So... It's not going to end well. Last time we clashed, we lost a lot of people. Retreated to our bunker. Так, еще есть вопросы. I was told...
Что думаешь насчет легиона? Silliest dressed band of raping, slaving marauders you'll see east of California. I'll say that. Where's that touch of old? Although I hear the soldiers mount each other as much as they mount their women, so no such privilege for the women, though. Figures. So to answer. Так, еще есть вопросы. Ладно, не нужно. Darn it! I had some spectacular. Так. Давай, я хочу поговорить о технологии, которую мы ищем. Может. Так, так, так. Неважно. Расскажи мне о себе. Какими навыками ты обладаешь? Хорошо. Еще. Какие у тебя цели? I want a dress. О, как, платье? Yeah, a good one. Something elegant and classy, you know? But still stylish. Something that's eye-catching and sexy, but also says, don't fuck with me. I keep hoping I'll come across some old world designer gown when I'm scavenging, but it never happens. Так, это твоя цель? Ты хочешь красивое платье? Hey, you try getting a date wearing scribe robes. Might as well be wearing sweatpants. I just like them, you know? They make you feel like a woman. Those ladies before the war? Так, ладно, расскажи ей еще кое-что о себе. Like what? Кем был этот отец Элайджа? I would say he was my tutor, but that doesn't... After my parents passed, he looked after me. The whole brotherhood. I never had a grandfather, not that I knew, anyway. But... Ты пришла за ним из Калифорнии? It was by his request, actually. They sent him to look into the dam. There was a time when I'd have begged to follow. Что изменилось? He did. For years he fought with the council, taught me to question our direction. Me, on our way east, he demanded we stop at Helios 1 to examine it. While we were there, we received word that the... He was furious. Called it children playing with a bomb, but he was... А реакция других старейшин была другой? They're cautious. When they discover something, they respect it. Learn its limits, consider how to preserve it. Used to drive Father Elijah. He liked to learn limits too, but only so he could push them. That's not to excuse the other elders, though. They all covet technology for its own sake. Some are just more fanatical than others. Ты хоть пыталась с ним поговорить? Yeah. He just didn't listen. And the idea that people... If he could have made the Brotherhood act like machines, ordering... Чему ты научилась у него? Elijah could look at an old device and immediately understand what made it work. And he could... It's not something he could teach, but... But that's what he taught me. А в чем разница, чему ты у него научилась? I learned what I don't want to become. In the end, there was just him and his vision. Вы были близки? Yeah. Расскажи мне еще кое-что о себе. У тебя есть другие родственники в братстве? Just my parents, but they haven't been around for a long time. They died in the same battle, trying to hold off the NCR from... Like what? Так... Ты когда-нибудь влюблялась? Ever been nosy? I was. Once. We were pretty... Что случилось? She left the Brotherhood. Wanted to put some distance between herself and her parents. Since our membership isn't open to outsiders, some members... You can guess which camp her parents belong. И ты не пошла с ней? No. Couldn't bring myself to leave everyone else behind. I'd hoped love would be enough to influence her decision. I don't know where she is now, but I'm sure she's moved on. Я хочу поговорить о другом. У меня к тебе есть вопросы. I was... Так. Ладно, не нужно. Darn it. Так, так, так. Расскажи мне о себе. My... А тебя уважают другие члены братства? If you take trying to keep me as far away from Hidden Valley as possible because I ask too many difficult questions is a sign of... That's not to say I don't get along with them. I just think they don't know what to do. Like what? Тебя отвезти в какое-нибудь конкретное место? No, we're specific. I just know there are a lot of groups who are actually doing... I want to understand how and why. Sure.
пошли дальше. Let's. Ooh, got something good for me? Is it a dress? Так, давайте её Does попросим. Jumping at them with my fists count as ranged? Так, ну все, здесь с ним это поговорили. Давайте сохранимся тогда. И пойдем мы сейчас с вами в 22-е убежище. Заодно уже утро наступило. Пойдемте. Там, я думаю, что будет опасно. И переключений мы много на свою шею найдем. Один момент. Наверное, давайте-ка мы заглянем. Фрисайд, и во Фрисайде зайдем к мормонам. Ну, в смысле, вы меня поняли, да, в форт мормонский. Ну, тут, как всегда, весело. Посмотрим, что у этих ребят есть в кармашках. А ничего у них нету. А вот патрончики мы возьмем. Все, пошли в форт. Может быть, нам отдадут нашего робота? Hey, anything going on? Hi, hi. Good day. Так. Давайте искать, кому мы тут сдали. I appreciate how you've been helping us so far. There are so many refugees to care for. Hey, good to see you. I'm honestly pleasantly surprised they would help us out. But I can... Well, it looks like... Так, отлично. До свидания. The old woman. We arose. What do you want? Here is. Так, у нас тут ничего такого важного нет. До свидания. Так, куда дели моего робота, блин? Отдайте мне моего робота. Hey. With the monorail down. Hey, good to see you. Down, we're gonna have a lot more NCR goons wandering through here. Yay. What's up? What's up? До свидания. See you. Короче, робота нам не отдадут. Пока что, я так понимаю. Судя по всему. Так, ну ладно, не отдадут. Hello. Так, не отдадут. Слушайте, а нам же еще... О, это тоже не то.
А нам же еще давали задание найти... Давайте посмотрим по заданиям. Два сапога, понятный коллектор, атомная танго. Самое время. Вот, найдите Билла Ронта. Показать локацию. То есть где-то здесь карта местности. Туда. Давайте посмотрим. Hello. What is? This gentleman and I were just settling on a price. I'm afraid you'll have to hire one of the others this time around. This man's prices are steep, but I hear he's worth it. Так, понятно. Need some grub? А что в меню? Typically, I find it goes down better if I leave people guessing. So what do you say? Только когда узнаю, откуда взялась пища. I have my little helpers out and about, always looking for fresh. You may have seen them around somewhere yourself. Now deny your hunger, no. Нет, не сейчас, спасибо. You'll be... Hey. Так. Это что у нас тут? Крылашка, граната, броню возьмем, выйти. Оу. Возьмем, выйти. Так. Давайте попробуем здесь через эти ворота выйти, посмотрим. Мне кажется, что это ворота наружу ведущие. Hello. Во внешний Вегас. Северные ворота Фрисайда. Фрисайд is the king's turf. Watch yourself from around here. Welcome to Фрисайд. Try not to get killed. Так. Пустошь Махавская. Что вот это за здание такое? А, это красный караван. Понятно. Хорошо, давайте зайдем. Так, карта мира. Давайте пройдем туда. Пионер кафе какое-то. Так, карта местности. Да что ж такое-то? Серебряная лихорадка, задание.
Показать локацию. Да не, нам не надо это. Поиски Уайта. Сплошные заботы. Вот этот нам нужен. Показать локацию. Did you hear? Someone bombed the monorail. Wanna get lucky? Head on down to the Atomic Wrangler. I'll believe that the fiends are gone. Так, карта местности. When they stop their raiding and pillaging. Надо выйти, вроде как. Так, а кого мы ищем-то вообще? Задание Билла Ронте. Билл Ронте. Саймон мне не нужен, вот там какой-то дядька сидит, может это то, что нужно? Точно. Билл, Джули и остальные твои друзья по тебе скучают, им нужна твоя помощь. Джули, я реально скрутил дело. Я пойду в форт и получу немного отдыха. Так, вот. Все, отлично. Возвращайтесь, Джули. Ну вот, хоть какое-то хорошее дело сделали, уже приятно на душе. Пойдемте в форт, вернемся. Вот он и форт. Сейчас посмотрим, что нам скажет хорошего. Так, ищем тетку с иракезом, вот она. Стой. Hey, good to see you. Приятно тебя видеть. Приятно. Мне удалось разобраться с твоей проблемой с наркоманами. I saw them. Thank you so much for helping them. This means if you need some medical supplies, come see me. With Jacob working with us, we should be able to spare a stim or fix. Ты говорила, что сможешь помочь лекарствами? Sure. Would you like a стимулятор? You'll need to wait another 24 hours for us to get more made. We... До свидания. Окей. Так, мы взлом качаем. То, что нам нужно взломать замок. Далее. Так, свинцовое брюхо. Анархист. Бешенство ботаника. Здесь сейчас начнутся что? Бдительность робототехник. Тяжеловес. Так. А
фонтан жизни, алмазный скелет, борец за чистоту, очумелые ручки. Так, обращение с оружием, приз. Давайте вот это вот возьмем. Готово. What's up? Так, и хотелось бы, конечно, найти нашего робота. Где наш робот? Последователя. Чел с нами хочет напроситься. Hey. Охранник. Hello. В общем, робот, я так понимаю, еще не готов, опять же, да? Что ж такое-то, господи? Ну ладно, давайте дальше пойдем. Так. What's up? Итак, серебряная лихорадка. Помещение компании Красный Караван. Коллектор, убейте Калиба. Секс-бот. Вот давайте-ка секс-ботом мы займемся. Указать локацию. Так, задание. Показать локацию. Come to Mick and Ralph's for all your shopping needs. Короли. Да, нам дальше что? Come to the Silver Rush for... all your energy weapon needs. Так. Атомный ковбой, ресайт. Да что ж такое, это карта мира. Охранники. Полицейские там всякие. На всякий случай сохранимся.
Submit to a credit check, or present your passport before proceeding to the gate. Thank you, sir. Выйдем. Ну вот мы и на стрипе. Ух ты. Howdy, partner. You've come for a piece, haven't you? Welcome to New Vegas. Что ты тут делаешь? Consider me your personal welcome wife. Now hear this. The head honcho of New Vegas just head for the Lucky 38. Так. I swear the monorail was just ahead. Так, выйти отсюда и пройти туда. Ну давайте. Так, полицейские роботы. Как здесь все запутано. You want someone dead? Так, давайте сюда пройдем. Вот это что ли фабрика? Так, медстанция какая-то. Давайте попробуем сюда подняться, посмотрим, что здесь. Здесь замуровано все. Так, ладно, давайте спускаемся тогда. Туда куда-то показывает. Окей, пойдемте туда. Здесь какая-то дверь, здесь проход еще какой-то.
сюда вот еще проход. О, то, что нужно. Крышка бутылочная, отлично. Что-то кто-то всех роботов зафигачил. Батарейка, металлолом, модуль. Слушайте, а здесь так нормально поживиться-то можно. Еще модуль. Модуль, запальник. You're making me carry the heavy stuff, aren't you? Так, запальник. Еще один. Уйти. Integrated security technotronic officer. Yes, sir. Please ass- servos at- operation complete. Thank you for your business. То, что это было необычно. Are you uncomfortable? Нет, демонстрация прошла хорошо. Excellent. Awaiting further orders. Отправляйся в атомный ковбой, твой новый хозяин Джеймс Гаррет. Yes, sir. Так, ну и нам туда также надо идти, в атомный ковбой, в этот реалити.
Да, как же здесь все разрушено, ужасно. На самом деле можно было бы эти плиты разобрать, я не знаю, там укрепить стены или еще что-нибудь. Конечно, все печально выглядит. Интересно было бы, конечно, посмотреть, когда все это было целое, как это выглядело. Так, это у нас что? Это у нас мормонский форт. О, проскочил я поворот нужный. Ну ладно, ничего страшного. Пройдем здесь. Hungry? Thirsty? Horny? The Atomic Wrangler has you. Да-да-да, а мы решаем проблему атомного ковбоя. The fiends have been less organized with Motor Runner gone. Good riddance. Где там наш Биг Босс-то, которому надо сообщить, что мы ему привели всех, кого надо? Нет его? Hello. Давайте подождем. А вот и он. Welcome back, friend. What can I... Нашелся для тебя секс-бот. You did? Ha! For my customers, I mean, I'm not into that kind of shit. Понимаешь ли, Фисто, сверхпрочный робот, построенный накрепко. Hey, I'm amazed you even found the thing in the first place. Here is double for your trouble. Those freaky fetishists ought to be satisfied. Фисто запрограммирован выполнять твои команды. It is. It will? My God, imagine the possibilities. It didn't happen to come with an owner's manual, did it? Looks like that gives us a full roster. Так, ну отлично. До свидания. Talk to you later. The fiends are running for their lives. Welcome back, friend. Так, может быть, что-нибудь лишнее продадим. Патроны, патроны пистолета. Пистолет нам не нужен. Этот нужен. Продадим. Так, 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 так. Патрончики, патрончики. Антирадин, бинокль. Винтовка нам самим нужна. Выкидной нож нафиг. Винт, гильза, 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 гильза. Заколка из носостойки. Дробовик, оснащенная батарея, батарея. Лопата, винтанты, металлическая броня. Тоже не нужно. Так, стоп, 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 стоп. У них таких денег нет. Так, батарея, граната, патрон, 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 проводник, противоядие, ракета, резиновый жгут, модуль, винтовка, стакан нафиг не нужен. Старый пистолет, стейк из баранина не нужен. Стимулятор, таймер, фляжка, целебный порошок, клей. Все. Принять. Выйти. Pleasure doing business with you. До свидания. Later. That'll show everyone what we do to our enemies. Good day. Так, ну что ж, на этом мы с вами сегодня закончим. Продолжим в следующий раз. Всем большое спасибо, кто смотрел. Пока-пока.